6 ноября в фойе городского дворца культуры агентство моделей «Мэриан» устроило фэшн-шоу «Осень-99». Александр Борисович, вопрос будет, в общем-то, простой. Как это было организовано? Конечно, благодаря нашим спонсорам, благодаря отделу культуры, благодаря, конечно, городскому дворцу культуры, непосредственно Коломойцу Александру Николаевичу, большое спасибо всем нашим спонсорам. Ну и труд и умение, как говорится, все перетрут. Вы довольны? Да. Да, я доволен. Вы устали? Ужасно. А сейчас мы будем задавать вопросы нашим прекрасным манекенщицам. Итак, девушки, представьтесь, пожалуйста. Татьяна. Таня. Света. Юля. Аня. Надя. Вы волновались? Нет. Совсем ни капельки. Ну, чуть-чуть, как всегда. Это всегда бывает. Чуть в начале, а потом... Волновалась. Да. Вам понравились коллекции, которую вы представляете? Да, конечно. Очень. Это наша... Это свадебный салон «Миледи Шарм». Назовите, пожалуйста, платье, которое вам запомнилось каждой. А платье от Марины Витальевны, конечно. Бриллиантовое платье от Марины Витальевны. От моего платья мне запомнилось. Свадебное. Вот это платье. Это морфоза, это вот это. Thank you.
Марина Витальевна Алябушева была первым художественным руководителем агентства моделей «Мариан». Марина Витальевна, какие результаты работы агентства на сегодняшний день? Положительные результаты. В чем они конкретно, какие-то достижения, в чем они заключаются конкретно? Так, я, наверное, стала более профессиональнее, девчонки стали более профессиональнее, да. Вот. Это видно даже по снимкам, по фотографиям, то есть те, что были, допустим, 2 года назад, вообще не сравнить даже с теми, которые сейчас у нас получаются. Вот. Те девочки, которые были 2 года назад, может быть, не сравнить с теми, которые сейчас, потому что и у меня, наверное, уже какой-то такой глаз профессиональный стал, я стала отбирать более профессионально. Ну, мне Ольга, конечно, помогает. Вот. То есть и девчонки более профессиональные. Я не знаю, как они, конечно, ходили там сегодня, как их оценили, потому что мне-то не видно было. Но мне кажется, ничего, хорошо. У меня есть много девочек, которые в общем-то уже такие хорошие, работают профессионально, я бы сказала. Вот. И фотографии у них тоже очень хорошие. Вот. Жду, когда им исполнится 16 лет, чтобы попытаться им помочь попасть на работу. Вот это самое главное. Вот. А так что? Работаем, фотографируем, делаем коллекции. То есть растем потихонечку. А что вы можете пожелать своему агентству? Ой, серьезности побольше, потому что они вроде как еще маленькие и немного несерьезные. Вот, побольше трудоспособности, как трудолюбие, наверное, вот так. Трудолюбие, серьезности, побыстрее повзрослеть, потому что они еще у меня немножко дети. Вот, и ведут себя как дети. Ну и чтобы исполнились их заветные мечты. Наверное, долгих лет жизни вашему агентству. Чтобы оно крепло, чтобы все у вас получалось. Спасибо вам за показ. Спасибо.